Давай, поднапрягись. Креативненькую сделаем юбочку. Ну вот, мне нравится стиль Годе. Это такой стиль, который подчеркивает преимущество красивой женственной фигуры. Эта юбка будет подходить к моему джемперу, который я делала в этностиле. С такой же шерсти, цвета кофе, шерсть, 18 микрон, австралийский меринос. Основой для этой юбки я сделаю вот этот вот шелк. Легкий, приятный шелк с розочками. Красиво, да? Этот шелк будет основой юбки, и потом вот здесь вот внизу он будет таким легким флером выступать из-под этой юбки шерстяной. Ты слушай, слушай, смотри. Декорировать эту юбку я буду вот этими вот нитями. И еще для декора я буду использовать вот эту вот паклю. Это льняные нити, натуральные льняные нити. И вот эти вот нитки меланжевые. Будет очень симпатично. Вот здесь вот я сделаю декор вот так вот продольными шерстяными нитями. Вот такими вот. Ну и покрою паклей. Здесь у меня будет отделка вот этим шелком. Только он будет у меня такими легкими рюшечками. Это будет очень красиво, изящно. Оно не будет слишком выступать за пределы, не будет утолщать, а будет придавать вот такую вот интересную форму. И потом будет перекликаться с вот этой вот частью, легкой, такой воздушной, которая будет выступать из-под вот этого подола, который будет сделан все-таки вот в этом стиле. Ну, в общем, вот такая вот юбка. Мне кажется, она будет очень симпатичная. Сюда будут выступать эти нити. И я еще прицеплю сюда парочку маковок, которые я делала для застежек, для пуговиц. Спинка этой юбки будет вот такая. Ты уснула, Плюм, тебе не интересно? Спинка будет вот такая. Здесь будут нити. А вот сюда я сделаю, задекорирую вот этой вот шелковой ткань. Просто положу сюда кусочки, и пусть он там вот сваляется с шерстью. И все. А здесь вот будет выступать, так же, как и спереди, будет выступать вот этот вот шелк. Вот эту вот часть, и вот здесь вот, я также задекорирую, как вот здесь вот уже видно, вот этим шелком. Одновременно здесь это будет служить такой резиночкой, которая будет стягивать вот в этом месте, в месте, где у нас колени. Ну вот, кажется, я все рассказала. Сзади будет у меня молния. Таким образом у меня будет все садиться по фигурке. Эта юбка будет очень красиво облегать фигуру. Ну и потом, если представить, что я надену ее вместе с джемпером, это будет просто великолепный комплект в стиле этно. Очень-очень красиво. Для того, чтобы свалять эту юбку, мне понадобится вот такой вот обычный простой шаблон. У меня уже есть такой шаблон, на котором я валяла русалочий хвост. Это был такой декоративный плед, в который вы просто влезаете, и вам уютно и красиво. Вот такой вот туда еще добавлялся вот такой вот хвостик. И это был русалочий хвост. Но поскольку мне не нужно вот это вот все, вот этот вот хвостик, часть этого хвостика я переношу вот сюда. И любителям, любительницам русалочьих хвостов
формы русалки, эта юбка очень даже подойдет. Ну, я думаю, что она подойдет не только таким девочкам, у которых тонкая фигурка, но и таким дамочкам, у которых достаточно все тут в теле. Потому что вот эти вот все формы будут скрадывать объемы, они будут вот здесь вот имитировать тончайшую такую вот фигурочку. Здесь то же самое. Ну, в общем, Блю, как ты считаешь? Я думаю, что это можно предложить зрителям. Смело можно предложить девочкам, чтобы свалять и наслаждаться этим прекрасным результатом. Ну, теперь расскажу, как это все сделать. Вот на вот этом вот шаблоне вам нужна будет ширина вашей талии. Вот не объем, а именно ширина вашей талии. Вот вы заносите этот результат. Потом вам нужна будет самая широкая точка ваших бедер, этот результат. Самая узкая точка, вот где у вас колени. Ну, с добавлением немножечко, конечно же, на свободу, чтобы вы там ходили нормально. Чуть выше коленок вот эта точка нужна. Дальше нужна высота вашего изделия, вот этого из шерсти. Вот ее нужно будет сделать. И высота вашего изделия полностью с учетом вот этой вот ткани. Вот сюда нужно будет внести этот результат. Естественно, этот шаблон вы делаете плюс 45%. Это то, как я сваливаю мои изделия. У меня в результате получается изделие на мой размер, если я добавляю 45%. Я работаю с австралийским мериносом 18-19 микрон. Теперь нужно обратить внимание, что шерсть будет сваливаться, а шелк будет сваливаться только вот в этой части. Поэтому вы, вот начиная вот отсюда, вот здесь вот, от этой точки шаблона, вы здесь вот шелк можете оставить на том уровне, на котором у вас вот этот вот шаблон. Потому что, когда это все сваляется, шелк будет выступать как раз вот, вот примерно настолько. Если вы его отрежете, вот начиная отсюда, не добавляя никакой процент, а шерсть усядется, а шелк останется на том же месте. Ну вот примерно будет выглядывать вот здесь, вот столько. Да, Плюм, сделаем такую юбку? Конечно! Вот у меня шаблон, на котором я делала русалочий хвост. Я вот подвернула его, там, где у меня будет вот спереди декор, я все это обозначила, чтобы при раскладке я все это учитывала. Вот он у меня, этот декор, вот здесь вот будет шелк рюшечками, а отсюда будет расходиться шелк в свободном таком состоянии. И ну, здесь вот будут образовываться такие вот складочки за счет того, что это все взаимодействует с шерстью. Это вот будет спереди декор, сзади вот так вот идет. Вот тоже от этого же места, где у меня начинается декор спереди, это будет тоже облегать фигурку. Вот таким вот образом. Вот здесь ее утоньшать. А вот здесь вот закруглять вот таким образом. И вот это вот будет ткань, которая положена на шерсть и стянется, возможно, слегка я тут сделаю такой объемчик, то есть положу немножечко больше шелка, чтобы он немножечко дал мне маленькие такие барашки. Вот и все, что будет сзади. А сюда будут выходить, ну, вот тут вот будут нити вот так вот вертикально, и они будут выходить вот сюда за пределы. Вот и все, что касается шаблона. Опять мой стол
недостаточно большой, чтобы все показать перед камерой. Буду раскладывать в несколько этапов. Итак, я уже подготовила шаблон. Сейчас расскажу, что именно я приготовила. Поскольку оказалось так по счастливой случайности, что мой шелк по ширине соответствует полностью размеру моего шаблона, я сшила этот кусок, чтобы потом у меня не было лишней мороки. И просто натянула его на шаблон, как юбочку. Надела уже юбочку. Лицевая часть у меня вот здесь, вот сверху. Это у меня будет изнанкой. Вот изнаночной, как бы подкладочной частью. И в то же время в этих вот выступающих местах, где у меня будет вот эта вот оборочка, это будет лицевая часть. Поэтому лицом ко мне я надеваю, как обычную нормальную юбочку, лицом. Как будто вот я надеваю юбку на шаблон. Теперь посмотрите вот сюда. Это у меня талия. И я уже заложила таким образом, что сзади у меня вот ровно по шаблону идет. И я здесь, у меня немножечко слегка есть такая неровная линия, а уже выкроена немножечко линия пояса. Она же у нас неровная. И сзади будет молния. В общем, вот этот шовчик, который образовался у меня на ткани, я вот сшивала этот кусок ткани, он у меня такой широкий, вот я его заколола именно там, где будет у меня молния. Спереди вот этот шелк я немножечко опустила, потому что спереди у нас нужно сохранить баланс, у нас талия ниже вот здесь вот, чем сзади. Поэтому я ее уже немножечко опустила. При валянии она еще немножечко усядется и даст мне именно то, что нужно по объему. Здесь я присобрала таким образом, чтобы бочка у меня здесь были зафиксированы. С той стороны, со спинки и со стороны переда я все это булавочками закрепила, чтобы у меня здесь не было складок. Вот я в натяжечку буду здесь делать. Вот тут вот мне надо, чтобы было в натяжечку. Вот это я сделала и зафиксировала все булавочками, таким образом, чтобы было удобно их вытащить. Вот таким вот образом. Вот когда я беру этот шаблон, вот булавочка, она здесь. Я потом не буду долго ее искать, просто вытащу и все. Зафиксировала также в некоторых местах, где мне нужно, чтобы ткань не ползла, чтобы она оставалась на тех местах, где мне нужно. А теперь я сворачиваю это, так как у меня не хватает места, и подтягиваю, чтобы показать остальное. Мне еще понадобятся вот здесь вот блокираторы в том месте, где у меня декор по центру юбочки, и начинается вот эта вот отлетная часть юбочки, то есть подола, именно валенный подол. И начинается вот здесь вот шелк. Вот тут вот будет у меня линия соединения шелка и вот этого подола валеного. А дальше понадобится блокиратор, чтобы я выложила здесь вот этот вот валеный подол. С обратной стороны я, когда разверну, я тоже прикреплю вот таким образом блокиратор. Начну сверху. Здесь будет поясочек. Раскладка такая, как когда мы делаем кромочку. Я просто сделаю здесь кромочку немножечко поплотнее, чтобы она хорошо была зафиксирована. Вот и все, что я собираюсь делать с поясом. Я не буду его никаким образом выделять. Это будет просто по фигурке, но должно быть плотно и должно быть ровненько, чтобы это держало форму. Раскладка будет у меня тончайшая, я могу сказать, потому что у меня уже здесь есть шелк, который мне не даст возможности вообще вещи порваться, нигде она там не разлезется. Тем более шелк в гамме с моей шерстью и со всем моим декором. Не будет просвечиваться силуэт и будет легкая вещь. Итак, я начинаю наконец раскладку.
Thank you.
Thank you.
со мной иногда так бывает, и очень часто бывает, когда я меняю некоторые вещи, которые я задумала. Вот в этот раз тоже так получилось. Сначала я сделала вот здесь только орнамент, а теперь я решила добавить вот сюда и добавить маки именно здесь. У меня осталось 3 маковки, и я хотела сначала вот здесь вот, хотела сначала их вот здесь вот добавить, а потом решила, что вот тут вот добавлю. Так будет, наверное, интереснее. Хотя, может быть, я еще потом сваляю парочку маковок, если захочу, и добавлю сюда. Ну, думаю, что уже и не обязательно. Они здесь будут хорошо смотреться. Вот теперь я накрываю маковки.